Крыльцо детского сада приобретает летний облик. Сотрудники расставляют у входа горшки с геранью и петунией. После двух с лишним месяцев затишья здесь с нетерпением ждут встречи с воспитанниками. К строительству детского сада приступили в прошлом году в рамках национального проекта «Демография», а в этом воспитатели уже знакомились с первыми группами. Работает детский сад прямо с открытия. Укомплектованы и штаты, укомплектованы и группы. У нас на 160 мест детский сад, а у нас, например, в наличии уже 138 детей. Да? И из очереди из электронной будем набирать, доберем. Детский сад будет укомплектован на 100%. В детском саду всего 9 групп. Первая – ясельная. Сюда ждут 15 малышей от года до двух. В остальных группах по 15 и 20 детей. Пока садик пустует, но после снятия ограничений воспитанники вновь начнут знакомиться с правилами дорожного движения, учиться играть в шахматы и, конечно, заниматься спортом. Здесь есть весь необходимый инвентарь и тренажеры. А в этом зале малыши будут проводить концерты. Я всю жизнь работаю в детском саду. И вот этот детский сад – это детский сад «Сказка». Потому что новое оборудование, современное оборудование, красивое все. Вы посмотрите, какие игровые площадки, вы посмотрите, какая спортивная площадка. Вы знаете, только мечтать об этом детском саде. Тепло, уютно. Больше всего новому садику рады, наверное, родители. Это в прямом смысле слова исполнение мечты. С просьбой решить проблему с очередью в детский сад обращались даже на горячую линию президента. И вопрос был решен. А я в очереди стояла, да, не сразу взяли. Вот, сначала взяли не в тот сад, в который хотелось ходить, а хотели в другой садик. А потом уже у нас вот построили новый, тогда вообще хорошо стало. Очень нравится, садик очень хороший, мы довольны, что в новый садик ходим. Ребенка особенно доволен. До строительства нового детского сада у нас были очереди. У нас в райцентре на сегодняшний день 5 детских садов. До 2019 года у нас постоянно образовывались очереди в детские сады. Вот. На сегодняшний день, вот после строительства детского сада на 160 мест, данная проблема была решена. То есть сегодня у нас как бы данный вопрос снят. В Рамаданово вопрос снят, теперь его решают в Белозерье. Там идет строительство нового детского сада на 160 мест. Работы планируют завершить до конца года. Ольга Данилова, Сергей Соколов, Народные новости, Рамадановский район.